Истребитель времен Второй мировой разбился в Нью-Йорке. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что самолет летит невысоко на уровне деревьев и потом резко падает в воду Гудзона. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Эта информация о пилоте противоречивая. Сначала сообщалось, что его удалось спасти, а якобы мужчина получил незначительные травмы. Но вот теперь говорят, что летчик погиб. Истребитель вместе еще с двумя самолетами направлялся на авиашоу, посвященное чествованию ВМС США. Но, вероятно, по пути у него отказал двигатель. Два других самолета перестраховались и вернулись на аэродром вылета.